Детский творческий коллектив из поселка Сосновый «Школьный балаган» дал для малышей веселое зимнее представление, в котором зрители принимали самое активное участие. Надо отметить, что с этого учебного года школа и дом детского творчества находятся под одной крышей, объединив всех детей Сосновского поселения в едином центре образования. У нас более 730 человек обучается. И теперь мы можем планировать не только образование наших учащихся, но и систему дополнительного образования, потому что это одни и те же дети. Мы можем комплексно планировать все мероприятия, которые проводятся и в Сосновском сельском поселении, и участие детей в конкурсах различных, да, и систему дополнительного образования, которая сегодня так необходима по новым стандартам второго поколения. Кроме того, мы смогли создать военно-патриотический клуб, который называется «Полет», и в этом году он впервые участвовал в областном конкурсе «Единство», и мы заняли первое место. И вот благодаря этому мы решили создать еще и спортивный клуб, и мы сейчас этим вот занимаемся, потому что спортивное направление – одно из приоритетных направлений Сосновской школы, по крайней мере, мы так планируем. Теперь у ребят появилась возможность выступать не только на обычных концертах, но и проводить целые театральные представления, в которых принимают участие все творческие объединения и кружки поселка Сосновый.